Суд в Кисловодске на 10 суток арестовал Александра Емельяненко. Его наказали за невыполнение законных требований полиции. Напомню, в пятницу он устроил ДТП в Ставропольском крае. Об очередном скандале с участием известного спортсмена расскажет Андрей Чистяков. Еще 10 суток боец смешанных единоборств Александр Емельяненко будет вдыхать курортный воздух Кисловодска. Правда, делать он это будет в специальном учреждении Министерства внутренних дел. Больше 4 часов понадобилось судье, чтобы исследовать все доказательства, представленные сотрудниками полиции. Это несколько рапортов и десяток служебных видеороликов, снятых полицейскими при задержании Александра Емельяненко. Свою вину в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии он признал и даже покаялся в том, что был неправ, резко общаясь с сотрудниками полиции на улицах в центре Кисловодска. Кроме того, он принес извинения одному из полицейских, которого сегодня суд вызвал в качестве свидетеля. Приговор суда гостю Кисловодска был понятен, он подтвердил это судье, правда, каким-то упавшим голосом, очевидно, рассчитывая на другое решение. Вопрос, будет ли обжаловано сегодняшний приговор, Емельяненко оставил без ответа. И после этого конвой увел его в автомобиль полиции. Андрей Чистяков, Евгений Радаев, Вести из Кисловодска, Ставропольский край.